Павел Могилевец и 2-0. Удар. И Киржаков все-таки свой гол забивает. 2-4. Ой-ой-ой-ой-ой, какой-то идиот побежал на футбольное поле. Они 4-2 выиграли, это ни о чем не говорит. Они в Питере 10 лет не выиграли. Ну да, ну и что, Шарин, за это ставить оценки какие-то там завышенные. Поэтому 34,9% брака — это двойка. А за то, что они выиграли, выиграли, им бал набрасывается, тройка. Он одним пасом вот этих всех обрезал. Они оказались... Что ты выключаешь, пускай посмотрят. Он их отправил в буфет, ребята. Бля. Идите, пивка попейте. Знаешь, одним пасом не хочешь? Представляешь, все время открываться нужно вперед. А не катать яйца, стоп. Вот эти пятеро, ребята, да? Они вообще в кинозрители превратились. Сейчас смотрят кино, как их будут раздевать, понимаешь? А ты, говоришь, им пятерку ставили, понимаешь? Гранаты в буфете, представляешь, на животе поплыл. Занимается фитнесом или чем-то, плаванием в бассейне, да? Потому что я тебе говорю, они уже кино смотрят, они в футбол играют. Вот, кино под названием, как нас сейчас будут разрывать в обороне, да? А ты, говоришь, пятерки им ставили. Им еще до пятерок, как до луны, блин, понимаешь?